Здравствуйте, мои дорогие! Вот хочу представить вашему вниманию свои работы последние. Вот эти камни я не нашла другого перевода нигде. Они называются «Африканская кровь». Такие от светлых прям практически до черных, с красными вкраплениями. Вот такие вот. Ну, это такой стиль Боха. Сейчас очень модные вот эти кисточки. Вот решила я сделать вот такое украшение. Фурнитура медная. Такое вот получилось. Смотрится хорошо. Модно, современно. А вот это... Это янтарь винтажный. Советский, еще старый. Были такие бусики немножко какие-то нескладные. Потому что такие бусины, тут дырки просверлены сбоку. Как-то, в общем, несуразно. Вот я сделала вот такое вот. Видно плохо, наверное, вам. Вот оно состоит из двух частей. Можно носить вот с этим ключом. Ключ тоже винтажный. Это не от сарая ключ. Это я привозила из Финляндии. Такие, ну, замок и ключи к нему. Вот. Так что... И еще вот тоже с подвесочкой. С такой подвесочкой. Можно носить отдельно, а можно все вместе. Мне нравится все вместе. Вот, теперь вот такая красота. Как вам? Мне очень нравится. Современно, необычно. Разные украшения в разных стилях. Вот есть вот такая вот вещица. Это стекло. Само оно вязаное. Короче говоря, на любой вкус есть.
Ну, конечно, это более такие современные, не классические вещи. Там серенький, это лабрадорит. Вот тут побольше, поменьше бусинки. В середине побольше, потом к концу помельче. Вот такие нежненькие. А это трехрядные бусы, имитация жемчуга. Вот, и тут тоже кисточка есть, только такая металлическая. Ну, вот здесь такой белый. Ну, не белый такой, какой-то стальной. Вот, голубой, светлый и синий, темный. Нет, у меня вот манекена показать. Ну, они вот так вот где-то вот. Три ряда. И вот из агата, тоже с кисточками, тоже медная фурнитура. Вот так как вот здесь черный камушек, то я между бусинками тоже вставила черные бусинки. И шапочки тут медные. Тень падает, свет безобразный. Вот такие вот украшения на шею. Сегодня я вам браслеты показывать не буду, а покажу вам серьги, которые у меня есть в наличии. Это серьги из агата. Такие подчерненное серебро фурнитуры сделано. Так, вот это маховой агат с такими дырочками, с друзами. Вот видите, прям у него вот друзы есть. Вот видите, вот это вот такой кусочек. Как в камне была дырочка. И вот тут тоже. Не знаю, мне очень нравится. А вот это нефрит. Нефрит уже много веков используют в украшениях.
фурнитура под бронзу. Из лунного камня. Такие вот. На шейку, на длинненькую. Вот такие серьги. Из черного агата. Ой, вот эти вот прям так они мне нравятся. Это тоже агат. Не знаю, камера, наверное, не передаст. Такие прям слоёненькие какие-то. С янтарем. Это сердолик. Ну, хрусталики. Это такие же почти, только они... Мало того, что они потоньше, это... Такая имитация жемчуга. Ну, очень прям нарядные. Красивые. Так, ну и на сегодня, наверное, еще у меня есть вот такие сережки. Вот это 4 миллиметра диаметром, но это камушки. Они тут разные. Я просто так подобрала, там и авантюрин, что-то тут, я уж не помню, даже записывала. Вот. Такие маленькие, крошечные прям. Ну и, наверное, на сегодня все. Похвалилась. Очень люблю я это дело. Сидишь, ковыряешься, обо всем на свете забываешь. Ну и радость людям приносишь. Тоже дело-то ведь какое великое. Вот. Пишите, кому что понравилось, кому что не понравилось. Спасибо вам за внимание, мои дорогие. Всем всего хорошего. Ну и пока-пока. Always move when the tide is right.